Доверяют ли днепропетровцы центральной местной власти? Какие вопросы накопились у украинцев к отцам города и отечества? Наша рубрика «К ответу». Мэру тоже желательно побывать в этих районах, потому что он там крутится, что поближе, а на Украину не спешит приехать. Так что желательно, чтобы он посещал. Это безусловно, тут дороги не годятся, дороги ж пора вже делать. От, ми вже і за свій счет делали. У мера? У мера тут, по-моєму, проблеми ще побільше, ніж у президента. Опять же, это наша жизнь повседневная, это наши дороги, освещение улиц. Что я ему могу задать, какой вопрос, если он только 100 дней как при власти? Бюджет приняли, а что с этого бюджета будет? Это уже покажет время. Судить его еще рано. Он, так сказать, эти 100 дней, уже там 110, не будем уточнять. Дороги нам нужны, потому что дорога вообще и стабильность.